Как известно, замороженные продукты гораздо более питательные, чем консервированные или сушеные, а еще они сохраняют больше полезных свойств. Рекомендую рецепт простого супа из замороженных грибов. Расскажу, как приготовить грибной суп из шампиньонов замороженных. Первым делом следует разморозить грибы, а затем сразу же можно приступать к приготовлению супа. Обратите внимание на то, что время варки супа зависит от количества ингредиентов. Готовый суп подается к столу со свежей зеленью и дольками лимона. По желанию, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Предварительно размораживаем грибы, поместив их в кастрюлю и залив холодной водой на 30 минут. После разморозки грибы следует промыть. Картофель нарезаем кубиками, заливаем холодной водой и ставим на медленный огонь. Добавляем измельченный лук, варим 20 минут. Куриную грудку нарезаем полосочками, добавляем в суп. Кладем порезанные пластинками грибы, как только закипит, влейте сливки, добавьте лавровый лист и специи, снова доведите до кипения и снимите с плиты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Готовый суп следует настоять под крышкой 15 минут. При подаче на стол покрошите в суп свежую зелень. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Шампиньоны замороженные, 250 грамм. Картофель 1-2 штук. Куриная грудка, 1,5 штуки. Лук репчатый, 1 штука. Сливки, 1 стакан. Лавровый лист, 1 штука. Соль и перец, по вкусу. Зелень свежая, по вкусу. Количество порций, 5. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!